угрозы для России есть и на Западе, и на Юге, и на Востоке. Угрозы. Не враги, не противники, как опять я услышал в средствах массовой информации, а угрозы есть определенные. Вы говорили о потенциальных угрозах для России. Пожалуйста. Если НАТО хочет расширяться и принят такое решение, пусть расширяется. Но мы против и объясняем это открыто, откровенно. Почему? И расширяться мы сами не будем. И создавать какой-то новый союз оборонительный в противовес, наверное, тоже не будем. Иначе породим опять нечто подобное, что столько десятилетий мучило, терзало, пугало не только Европу, но и весь мир. Военной инфраструктуры, информационной политики. Это дело России. Кому, что и как продавать. Но я должен еще добавить. Это сугубо оборонительное оружие. Все, что касается систем ПВО, это системы, которые защищают от возможной агрессии. Их готовность и способность решить задачи обороны страны. А ведь объяснение очень простое, что начальники штабов...